Всем привет! Всем хорошего дня! Хорошего вам всем настроения! Сегодня суббота, 20 число. Едем до родителей. Сегодня день рождения у моего папы. Так. Так. Минуточку положу. Сюда еду, короче, к родителям на день рождения. Беру с собой Арчи. Сейчас машину заведу. Сейчас машина прогреется. Поедем. Ну, попутно хочу заехать своей подопечной по работе бабушки. Крючок ей надо прибить, чтобы она закрывалась с внутренней стороны. Сейчас с мужем заедем туда, и он прибьет ей крючок. Вот. И поедем уже до родителей на день рождения. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Ой, приехали мы. Бабушки. Сейчас. Забьет. Ой, здрасте. Здрасте. Штучек сейчас. А что-то тут вообще не пойму, по-моему. Да? Трясется, вон трясется, замерз. Зашал. Зашал. А вышло? Ну, все. Все сделали быстро. Быстро. Хорошо. И нормально. Здравствуйте. Опа. Куда? Стоять? Не-не-не. Здорово. Уже знакомы, по-моему, да? Ну да. Стегали. Давай. Все, поехали мы до родителей. Они нас ждут, и вы с нами вместе. Приехали. Сима. Тарик, привет! Тарик, красоточка наша. Лапулечка. Сотка наша. Все, на, забирай. Не страшно. Иди его, неси на этот, на стол. Ой, на стол, на этот. А с телефоном, да? А это, Паша, ты стоял, что ли? Да. Мы проезжали, я даже не узнала, а сейчас по куртке увидела тебя. Даже на улицу выйти, покурить, и то с телефоном пошел. Арчи. Арчи, а? Возьми на руки его, что ты? Возьми. Сейчас я.
подарки не даются. Я закусить приготовил. Да? Что-то у меня носки снимаются. Похудала, что ли? Я? Да. Что ж, носки съедать начали походу. Они старые. Да ладно, ладно, старые. Вот, смотри. Ну и чё, блин, ты ещё меня не видел. Три дырки. Конец. Заложу, блин, такая же ты. Насос снял, почистил. Маленький. Потом думаю, дай-ка вот такой это. Пошёл книжку, взял под Бурана. Неси эту мочалку. Это не мочал. Топливо прикрыл, тёрк, завёлся. Скорость включаю, работает, выключаю. Всё. По двору так покатался, всё нормально. Глушу, тут же завожу, заводится. Может, блин, это... Мне кажется, блин, что-то это... Карбюратор немножко мозги поёбывает. Не, его опять по новой настрою, блядь. Сегодня смотрю, Ренат ко мне сегодня приезжал на снегоходе на своем. Все. Я говорю, что, есть? Да. А у них все было? На коленвалу сальник выдавило. Да серьезно, поломка. Да нифига. Вариатор сняли, я сальник на место поставил и все. Пира. Да? Ну, а то заливается что-то, да? Я несу три тарелочки. Как? Это не четвертак надо. Четвертак же двигатель. А-а-а. Не надо. А то что двигатель? В магазине встретил. Кира, на место положи. Где бутылки? Первый блок сигарет. Да у меня нет телефона, сигарет не продаю, но на деньги заранее. Ну, просто когда песня непонятно. Я говорю, ну, тогда 9 пачек. Нет, по 5. Ты, Света, давай так. Ты 5 берешь, я 5 беру. А не, я говорю, да, я тебе займу 50 рублей. А ты надо мной с ними, не пап. Ага. И заболтал я. Ой, чуть не ушла, заболтал ты мне. Две, ну, два масла. Не масло, а на это, тормозухи. Да, да, две тормозухи. Ну, он приезжал сегодня ко мне, чтобы это я ему тормоза прокачал на машине. Ага. Я говорю, а что? Как? Ну там... Кирилл, положи. Сальник менял. И, короче... Повредил, да? Не, открутил не ту гайку. Болт не тот крутанул, короче, говорит, у меня все тормозуха. И что? Вытекло. Кто? Ваш королева блок, блядь. Ты будешь, знаешь, где сидеть? Да, мне. Под это. С котом. Кира. Чувак. Ясно? Вот будешь тесные на диванчике. Да нет, она блошиная. Да, да, ты собаку. Она собака трогала, блошиная, она будет в подполе с котом. Ну и это... Там будешь... Подпол. Вот еще вещал. О, как раз! Дай даже не уникал. Как раз пара вам. Одна блохастая, другая будет вещастая. Я вещастая. А вот так. Бери, 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 бери блохастую. Так, королева, что будешь плясать, а? Кира, ну-ка успокойся. А я вот только не разглядел, кто-то вот здесь прям у нас спустился, руку выдолбил, махал. А я с кем разговаривали? А? Уже вот вдоль берега машут, говорят, щуку ловят. Ловят, да? Да. Надо? Ева, кто две, кто три, кто говорит, пять. Нормально. Ну, это что-то мягенько. А, такие. Травянку. Ловят. Красавица. Не ясно. Я говорю, смотри, да, как под берегом понабились носа. Да. А сейчас еще с понедельника, да? Вот где-то куда-то уже он плывет. Где-то там такая куча. Кира, сядь, сядь. С понедельника место. Это пурга будет. Значит, там что-то
4 дня. Ну, но ветер, весь ветер будет восточный. Нормально? Где пульт? Ложки положи. Где? И соль, скорее всего. Где пульт? Где пульт? Я не поняла. Где пульт? Где пульт? Хлеб пойдет на пульт. Ваша? Где пульт? Иди, садись, скажи. Солнце, мое. Ты будешь?